8:00, я вхожу в супермаркет, иду между людей и ищу тебя сладкий. Полки с продуктами наполнены всяким, но нужен мне лишь только ты, симпатяга. Лук бы я твой оценил на ура. Где-то курит похититель аромат, от запаха тебя пристает мой бибан. И за 1000 таких же не отдамся ва-банк. Вдруг старушка спросила у меня, непросроченный творог на 4 дня. Подхожу веселый к молочному отделу, а за ним конфеты, и я вижу тебя. Вижу тебя. Но ничто не сможет разрушить теперь мои чувства к тебе, шоколадный зверь. Пусть скажут все, Олег сошел с ума. Плевать хотел, это любовь навсегда. Хау-вау. Хау-вау-вау. Хау-вау. Хау-вау-вау. И тут же кидаюсь я, сбивая бабусек, что стоят на пути между мной и тобой. Твоя обертка чудесна, дает вкус утончен, раскупают людишки шоколадный вагон. Что может быть лучше, чем после работы часть зарплаты спустить на хавчик добротный? Времени не отхватать особой пора и на кассу бежать, пробивать свой товар. Но тут мой взор был внезапно ослеплен шоколаду по акции, я тотчас удивлен. Он куда покруче особого дерьма, Альпенгольд Орео за 43 рубля. 3 рубля. Конец наступит никогда, мы будем вдвоем, ты и я. В моем сердечке не царит покой, нахрен ты, карлик, такой дорогой. Хау-вау. Хау-вау-вау. Хау-вау. Хау-вау-вау.